Это просто Да не. индивидуально по цапу мы и так делаем. Окей. Ну да, типа если цап у них, то ты будешь по нему играть в защите также. Нет, ты можешь просто, если будем так играть, золотой паршот себе поставить, лонгшот до 97 ебануть. И с чепштил. Хотя? Не хотел поставить уже. Тогда бы в том моменте забил бы. Просто чтобы нам схему не менять под каждый матч, типа это заебно очень. Мы можем просто так сделать. В принципе, твоя задача, ты мяч получаешь, ты сразу стараешься его дать на поясе. Просто я сейчас, не знаю, по-моему, весь матч Тейстед вообще без мяча был. Я не помню, что он с мячом был вообще. Встаньте, а кто-нибудь. Да. Но мне не ставить сейчас пауэршоты и просто играть таким. Не-не, не надо. Такой вопрос, да, серьезный. Билды не меняйте, это не нужно. А сейчас овку же? Да. Сейчас опы и незнакомые нам особо, поэтому писаться было время смотреть. Они играют 3-4-2-1, если что. Ну, тут тогда вообще плохо. Так, сейчас. Будем кидать. Это кто первый у нас сейчас? Банки Пивнес. Это с которыми мы Тоу первым играли? Кинул еще. С которыми мы что? Нет. Тоу играли первую? Нет. Первую мы с Валкардином играли. А, перепутал, блядь. Тут Шалтай, наоборот, тебе надо будет низко сыграть, потому что у них 3 в нападении. Потому что нужно, чтобы КЗ забрали КПшников. Вань, чекни конфу этого Last Dance. Да, погнали. Там Коля Лан отлично. Хорош. Я так понимаю, ЦФД Кулелам, да? Да, правый ЦФДшник. Правый? Ну, как ЦАП играет. Зачем сразу прессинг? Хорош.
Давай, да? Бля, это на Ване был, ну ладно. До конца. Так, ну чё, трёха на геев играем? Да. Да. Ой, зря вы это сказали. Хорошо. Бля, а? Чё за хуйня? Я даже не бежал. Вот я ждал, видел, я в ножки давал вроде. Пиздец. Анлаки. Кирку? Хорош, Буку. Хорош. Эстрой. По ЦЗ, да, играем так же? Да. С ними, да. Люблю. Встретить. С выносом. Наш будет. Хорош. Угу. Пробую дырку открыться или назад. Угу. Холодно. Кинь? Не тянет, но я скину. Да я как, блядь? Скину. Тише, не кричи. Ну, бля, ну как не перетянуло, пиздец. Хорошо. Даем. Ну, пойдем, ладно, я потом расскажу. Не забываем про бровочку. Хорош. Эх, надо было квадратиком, сорян, дутёш. Ненормально. Ну, тут ты мог низом через звонить. Завались ещё. Да, я чё-то, да. Сорян. My bad. Игорь, ЦЗшника, ЦЗшника. Не надо крыка. Хорошо, хорошо. Что, ты на крыка побежал, они сразу ЦЗшнику вернули. Если что, подсказывайте. Хорош шорт. Не, я по прессингу подсказываю, но я когда подсказываю с мяч, вообще за свои игры вообще следить не могу, честно. Не, я имею в виду, если у меня мяч, и вы низом там открыты. Ну, я под руку тебе не стал говорить. Бля, думал, низом навес войдет. Ладно. Хорош. Можно было низом. Ладно, наш будет. Ролбол пас. Нормально. Хорошая. Попробуй сейчас ролбол и сильный раз, пас. Раз, два, три. Окей. Хорош. 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 Старый тупанул, конечно, сейчас. Нормально. Давай, старый пошел. Вышел вроде, нихуя. Он вышел почти идеально и типа назад пошел. Момент подачи. Угу. Давайте не пятиться, блядь. Чего мы сидим на него смотрим? Ну? Игорек, мы разберемся. Мы пятимся, ладно, вы разберетесь. Потому, ноги в ноги. Спин... Ну, мы пятимся, потому что за спиной еще есть игрок. Я не буду присылать игрока, если у меня за спиной еще один открытый. Хорошо. Не меня тянет, сука. Типа, это просто вопрос. Ладно, я шире пойду. Ой, оквашки. Окошко, да. Хорош. Ноги дам. Бля. Сам. Хорошо. Давай дальку сейчас. Раз, два, три. Твой. Скину, утяж. Дальку даю. Дальку есть. Хорош. Ой, здорово. Еще. Нормально. Арзи кидает, поэтому. Угу. Желтый. Пойдет. Да ебать! Бывает нормально. Ну ты видишь, где ты оказался? Ну там да, потому что я забегал под него. Ну да. Так я там я тоже забегал. Давайте играть. Ты вас сайт там был. С выносом можно. Угу. Меня тянет, блядь. Встретить. Спокойно. Да ёб твою мать, что происходит, блядь? Можно. Лак. Сорян, там да, каша да. Такая, сука. Я вообще не понимаю. Давай приподнимемся. Хорош. Сорян, это вообще не тебе было. Можешь вынести. Угу. Забегай, Бутяш. Хорошо. Бля, лучше бы мне
Ладно. Я врезался в защиту. А у меня зона была. Падаем. Хорошо. Хорошо. Отлично. Угу, угу, угу. Кайф. Угу. Ай, блядь, я хотел прострелить, блядь, и вообще нахуй куда-то. Типа мы прессуем, но если наш прессинг порушили, мы уже падаем, потому что нам нет смысла, кого мы будем прессовать. Воздух, блядь. Не, Колян Лам у них центральный. Все да? Правильно, я так и понял. Да, конечно. Да, 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 да. А, да. Ну, он как ложная девятка играет. Но вчера он играл. Он везде бегает. Он везде бегает. Вчера он просто на ПФД играл. Я посмотрел, с кем он перед матчем. Короче, да, шалтайте. Надо помогать защитным центральным, потому что у них давление больше оказывается. В целом пока норм. Надо забить просто второй еще. Бейте, не бойтесь. Там еще угловой. Больше как пятый защит играть, типа. Ну смотри, там есть Коля Лам, он бегает везде. Желательно как бы стараться бегать okay, с шевелюрой, okay. Блядь. Потому что он как бы не привязан к позиции, он просто бегает везде как плеймейкер. Ебать, как плохо. А вот нормально. Через Ваню. Вперед старайся кидать. Я же не в офсайде был. Чтобы они легче было. До конца даем. Аут будет. Угу. Может, бровку, слышишь? Ну, тут можно параллельно не кидать. Или по бровке, может, попробовать. Давай, 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 попробуй. Вот на меня швырнуть. Давай, просто можешь далеко улететь. Бля, нихуя себе. Бля, принять, что ли, надо было? Я вообще один тактики там был. Тактики галактики, блядь. Авантюра. Уродство, да. Ладно, ладно, надорочимся. Хорошо. Хорош. Алло, пенальти нахуй. Конечно. Не надо. Не торопись. Не-не-не. Ваня, подойдет, Игорь, передай только мне, наверное. Ну или шалтай тебе впереди, ладно, похуй. Давай так. Я на дальке буду еще. Боже. Еще раз передадим. Даем. Спину смотрим. Эх. Падаем. До конца смотрите забегание. Я на фланг пошел. До конца буду играть с ним. Хорош. Можно. Давай, ебаешь. Хорошо. Ты иди в сторону. Бля, я тебя хотел наоборот его увести, чтобы ты вправо ушел. Mm-hmm. Ладно. Не поняли друга. Сори. Надо было мне шире побежать, наверное. Хорошо. Угу. Пробегись. Тебе открыли бровку. Бля, на ход нажал. Че за хуйня? Ну, давай, давай. Нормально, нормально. Вот такой вот. Блять, что происходит? Нормально живешь. Ой, хорошо, почти. Next от try. Меня. Нормально. Заброс смотрите. А вот и не будет. Навесик делает. Не дать прям пройти. Пас на сторону. Угла уже. Пройдешь. Да не, нормально, нормально. Сразу мог попасть в игрока. 90-93. Хорош. Угу. Бля, нормально. А пиздец, а что на ход не идет, блядь, сука, сори. Верхом. На ход пасы хуйня. Да, пасы на ход, это фета к санину, блядь, параш. Ладно, играем. Попробуй сразу. Угу. Скину. Выигрыш. Нормально.
В офсайде там, да, бывает. Я знаю. Выше поднялись. Да, сейчас меньше по игре, больше по тактике. Очень много комментариев. Хорош. Хорош. Эх, ладно. Он я забегал просто. Хорош. Живи, хорош. Поднимись. Угу. Подстрахуйте арти, потому что там без добра. Я успею. Я с ним побегу до конца. Угу, спасибо. Офсайд. Дави, дави. Угу. Можно? Ноги просто. Ладно. Бля, сорян, что-то сложное выбрал. Да мы что-то несколько раз уже так в атаке сложные варианты выбираем. Можно попроще сыграть. Я борюсь. Хорошо. До конца с ним игра. Угу. Угу. Хорошо. Пробегись, попробуй. В центре буду. Во фланг до конца с ним иди. Не выбрасывайтесь. Бля, знал же, что он забросит. Классно. Нет, у меня анимация шикарная. Для кого могут пинку поставить? Забросом нет. Приму. Бля, как долго не бывает. Да, да, нормально. Они влетают активно, поэтому можете первым касанием их убирать. Батин вытянулся. Давай. Хорош. Подстрахуй, Арзи. Ножки дай. Ай, блядь. Вверх. Играйте справа чуть. Просто. Бля, один план дрочится. Игорь заскучал. Погоди, блядь. Погоди, давай доиграем момент. Давайте после матча. Спасибо. Уже матч заканчивается, просто надо играть. Блядь, ну не было что-то, Питер. Ебать, меня тянет, блядь, откуда нахуй? До конца по флангу с ним. Пиздец. Ваня, назад опущусь. Шалтай, ты... Да тоже опустись, пух. О, да, как вот, анлаки какой. Такого не было. Хорош, Вань. Живи. С выносом можно. Ладно. Прими. Угу. Спокойно, время. А что ты не... Ладно. Выбей вперед на все. Опять меня тянет, блядь. Будет еще атака. Кати. Бля, подождал бы чуть, да? В сторону раз, я имею в виду. Раз, два, три, ближе. Заберет. Ох. Я думаю, дальше на весь бутяж. Вероятный. Был варик. У Вани два мува интересных было после 80-й и после 85-й минуты. Я прихуел знатно. А ты не дрейф, братик. Все под контролем максимально. Нет, а я-то ладно, бля. Я понимаю, что у Вани все под контролем. У Костика там радуги просто во время сбора были, понимаешь? И я немножечко за это переживаю. Ну, сейчас с Джогой Бониты поиграем, там Костик выдаст. А так, молодцы. Не, в атаке, типа, да. У нас часто форварды забегают больше под заброс. То есть вы когда друг с другом играете втроем уже. Там были моменты, когда вместо низа мягкий забросик бы проходил несколько раз. Вань, ты снимаешь тату? Все норм? Спасибо.
У нас матч только через 10 минут получается? У нас через 10 минут, да, только матч получается. Я отойду тогда. Минут 5, да, можно. Да, отойти. Я тоже отойду. Да, да, хорошо. Я напишу в Телеграм, как только надо. Да-да, всем привет. Что-то матчи не очень активно играются. Два результата всего известны. Привет. Так, Брянск, Торпеда, 6-1. Извините.
Так, левел про победили. Волокордин 2-1. С левел про у нас 3-0. Волокордин 2-1. Так, Raiders победили 2-0. Крылья Советов. Галактик. Найдем их стрим. Так, Галактики доиграли. Счет не видно, блядь. Так, и Спартак от Патрос. Тоже доиграли, но счет тоже не видно еще. Так, Амкар Пермь победил 3-4, если я правильно увидел. Ладно, я надеюсь, сейчас на сайте внесут результат, но, по-моему, 3-4 Амкар победил. Соответственно, Амкар проходит дальше, Галактики в 2-1.
И последний результат у нас от Патрес против Спартака. А, они доп. Время только играют. Ёлки-палки. У них 2-1 от Паттерса идет. Мы можем вывести на экран пока. Red Whiter 22 с мячом. Возится. Так, у нас белые побеждают. Темные проигрывают. И белые в атаке. Белые навешивают. Припадок, удар 3-1. Ну, кажется, что от Патрес выиграет этой встречи все-таки. Но мы все-таки дождемся до конца матча уже окончательно. И заодно проверим, правильно ли я увидел результат матча. Да. МКР первым победил со счетом 4-3. Соответственно... Ну, дождемся уже 2 минутки игрового времени. Даже меньше. Все. От Патрес победили со счетом 1-3. Соответственно, от Патрес 2-1, Спартак 1-2. Так, ну что, начинаем жеребьевку тогда с тех, кто 1-2. Еще раз напоминаю правила, тут уже матч на вылет, соответственно, кто проигрывает, тот заканчивает выступление на Last Dance, кто побеждает, тот завтра будет играть решающую встречу. А команды не могут играть между собой, если они уже в швейцарке играли один раз, соответственно, вот. Соответственно, раскидываем по очереди пары, просто первую команду, которую достаем, она играет против второй, если и смотрим пересечение, если они... уже играли, то мы кидаем в следующую, так скажем, пару. Поехали. Континенталь ВФК. Первая пара. Континенталь играл у нас с ФК Амкар Пермь, с Вайнахом. Эти команды уже вылетели из Душно. Душно в другой сетке, поэтому Континенталь может с любым соперником играть. Против Спартака. Далее у нас Крылья Советов. Крылья Советов у нас играли против Ад Патрес. Против Level Pro. Это команды, которые либо в другой сетке, либо в другом, либо уже вышли. И Спартак. Спартак мы уже достали, поэтому от Патрес играют. Так, а как у нас? Подожди. От Патрес же выиграли. Почему я от Патрес сказал? Если у нас Крылья Советов. FLT Riders они играли. А, ну, мы все равно ВФК Торпедо достали, поэтому бог с ним. А ВФК Торпедо не играли же, да, у нас против Крылья Советов. Все раз проверим. Торпедо играли против Спартака, Торпедо играли против Галактика и Торпедо играли против Динамо Брянск. Все верно. Так, и последняя пара. Надеюсь, тут все тоже сойдется. Bad Company. Bad Company против Легион Спорта, получается. Bad Company играли против... FLT Riders, после этого против Ad Patres и после этого против Вайнаха. Все, соответственно, Легион Спорт. Отлично. Эти команды, ну, в целом, вы можете уже играть. Все. Идем дальше. Кто 2-1 счет имеет в своем активе? Поехали. Ну, здесь такая же система. Если играли уже друг с другом, то в следующую пару просто команда падает. Чуть подольше пошафлим. Поехали. Так, Динамо Брянск. Динамо Брянск у нас играли против Душно. Против Волокордина и против Торпедо.
Соответственно, они не могут попасть против Душина и против Волокордина. От Патрос, Динамо Брянск еще не играли. Соответственно, от Патрос. Дальше у нас Волокордин. Волокордин у нас играл против Легион Спорта, против Динамо Брянска и против Волокордин, против Левел Про. Левел Про уже вылетели, ну, прошли дальше. Легион Спорт другой сетки, Динамо Брянск уже достали. Соответственно, могут играть против любой команды. Это FLT Riders. Так, у нас остались Душно и Галактик. Они между собой играли, нет? Галактик война, Душно, Динамо Брянск. Далее у нас Галактик, Торпеда, Душно, Бот. И Душно против Континенталя. Галактик против ФК Амкар Пермь. Соответственно, Душно, Галактик могут играть между собой. Отлично. Все, соответственно, вот расписание на предстоящий раунд. Делаем скриншот, господа. Вы можете играть между собой. Все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем удачки. А я продолжаю играть в любимую FIFA. Не, нет еще. Не слышно, мы? Да. Да. Ой-ой-ой-ой-ой, Вань. Там соперники негодуют, почему они должны ждать, пока ты проведешь эту ебучую жеребьевку. Мы в другой лиге играем, он пишет. Камон. Я понял. Здесь заходите быстрее на позицию. Кто пишет? Кирилл Антонец. Это Аэро, Аэрофлот нынешний. Буква, прыгай на позицию быстрее. Я пока не могу еще фанпринг на позицию. Ну, еще минут 3 точно. Или без меня будете играть, не знаю. Сейчас посмотрим. Вроде раздуплилось сейчас, да. Я сел. А буквы нету? Сейчас он зайдет. Так, я кидаю амплуа. Играем еще. Я не знаю, давайте стоит попробуем.
Ну погнали. Негодующих. Угу. Там черный экран пропасть планирует? Угу. Вытяж. Угу. Пока так же играем. Упали. Там чел травму получил. Пойдет. Выигрыш. Хорош. Хорошо. Игорь, беги. Хорошо. Прессуем. Вот по такой дуге кидаем. Посмотрим, что будет. Понял, контра. Хорош. Mm-hmm. Я заберу. А, нет, Игорь заберет, все нормально. Давай, давай, друг Бенита. Понял. Удалить игру. И полукруг бывает. Посматривайте. Да, понимаю, блядь, я думал, не могу дать, блядь. Даже низом дать не могу, блядь, колясочник, нахуй. Второй. Хорош. Хорош. Не, автобусы сидят. Не надо. Пробуйте пробить пораньше. Да, чуть тяжело там. О, да, да. Бля. Ладно. Мяч в поле. До конца с ним по флангу. Похуй, бровку главное не пусти его. Центр мы успеем перекрыть. У тебя бровку оставили опять. Хорош. Попробуй по флангу. Угу. Хорошо. Найс. До конца. Угу. Пробегись, пробегись, я твою зону стану. Давай. Тоже на весь можно, да. Опять решающим... кучно. Опять мы все кучи. Не, просто решение неправильно принимаем. Нормально. Это от игроков уже зависит. Хорошо. Хорош. Жаль, фол. С третьим. Давайте две линии от центра. Хотя нет, одно. Пойдет. Не поднимаемся пока. Встретить. Понял. Нам бы так легко голы доставались. Да, они просто бьют, а мы не бьем. Да не, ну такой удар зашли. Да не по этом бить было вечко. Да, я понимаю, да, что я с такой хуйни пробить нельзя. Ну просто мы мало бьем, правда. Против таких сопов там бомбардировку надо устраивать, там кипер навалить. А куда в защитников бить? Это хуйня. Надо просто выкатить на эти пасы последние. Значит, широко надо играть. До конца с ним. Офсайд. Сами знаете прекрасно, что делать. Че вас учить буду? Ну, ладно. Давай я закину, ладно. Ну, да и ладно уже, че. Блядь, ладно. Ну, еще играем, похуй. Нам на счет посрать. Хорошо. Отлично. Так, убили защитника. Дайте выбить. Хорошо. Хорошо. Ну, туда на лаки уже. Давим. Пытался давим пробить, блядь.
На угловой, может. Прессуем. Фланг закрой. Хорош. Понял. Хуя мне не уцы. В защите не разбериха, пиздец. Никто на защите полтора землекопа, блядь, бегает. Ну, в атаке, в смысле. Хуя-то еще очки делают. Я бы тоже взял. А мы выиграем, не парься. Да я-то вообще не парюсь, даже если мы не выиграем, какая разница. Блин, меня пошло. Экстра. Раз, два, три, дальку дал. Это разберет. Контур смотрим. Прав. Он показал, что он выходит. Я борюсь. Твой подбор. А че не через L1? Или ты с L1 делал? Не, сейчас крестом. Я очень чаще все делаю. Никогда не делаю обычно почти крест. Это очень редко надо делать. Но когда L1 делаю, бывает, что летит просто в пизду. Они нормально всегда скидывают, просто он сейчас не за спину скинул тебя, если бы там за спину пошло. Угу. Давай. Хорошо. Ебать, я думал, на отскок ударю. Охуеть. Я думал, всем углавы будет. На отскок бил. Там. Ебать. Ну там. Надо в церковь сходить. Угу. Хорошо. Хорошо. Игроков прикройте. Он заброс будет делать сразу. Право есть. Я думаю, право пойдет. Подаем. Конец тайма. Если отберете, вперед играете. Вперед. Грузи, грузи, грузи. Ну, вот я видел. У меня тогда хуя, мы можем спокойно 3 за тайм забить. Понятно. Вопрос, сколько мы за тайм пустить? Сталин тут их не решил почитать. Шалтай сыграем, как играли с Фликсом. Погнали, пацаны, может. Твой фиолетовый, желтый. До конца с ним. На левом можно. Со всех позиций. Беги, Бутяш. Я бегу. Бля, в касание не сделал, блядь. Бля, на втором правильно могу сказать. Насколько смогу.
Бурнаш на фланге есть. Вешаю. А что в таких случаях Шалтай на дальку шел? Твой? По флангу есть? Угу. Как не будешь? Хорош. Блин, забить уже. По флангу запулю, Игорь, иди во фланг до конца. Там пиздец меня тянет нахуй. Нормально. Подбор сейчас заберем. Ты не осади? Хорошо. Даем, даем. Центр. Блять, что ж такое? Давай ближе. Раз, два, три. Бля. Давай, давай, давай. Раз, два, три, дарка, да. Спокойно. Угу. Центр есть? Шелтан. Можно было дальше быть еще, ладно. Эй. Бутяш? Бутяш ты. Хорошо! Давайте, 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 можем. Не, говорю, мне сейчас уже насрать, как мы в защите сыграем. Главное, в атаке нас забивать. Просто у нас столько момент подходов, просто пиздец. Просто давайте поувереннее. Ай, бля, какой анлак, нахуй. Защите вы один в один с ними играете, но okay. Там... Да, да. Там уже похуй. Красуйте активно. Анлаки. Конца с ним беги. Стрелят. Боже. Хороший бук. Сколько их стоит. Попробки знаешь... есть, один. Да-да-да. Игорь, на дальку идешь? Да, иду. Через трое сыграю. Можно выйти. Спокойно. Вы... Дави. Кидаю. На Ваню пошло? Нормально, на один. Ванечка. Я с тобой на фланге. Хорошо, пойдет. Давай, давай. О, да, ну. Ладно. Сорвал атаку, нормально. До конца с ним. Арти до конца с ним, арти центр страхует. Пойдет. Анлоки. Должен выиграть, там малыш. Давайте не сюда, конечно. Хорош. Дай. Боже. Да я тебе давал. Я в одну знаю, давал, я в одну давал, сорян. Он просто анимацию хуй сделал. Назад не знаю. Хороший чемпион. Ай, можно было не знать. Бля, сорян, сорян. Я с тобой сорян. Был рядом. Да, простите. Хорошо. Дальк. Наш. Еще. Скину. Ладно, я выше, короче, поиграю в пизду. Да, да, играй выше. Принимай, принимай.
Да ну нахуй. А, там офсайд. Ну конечно, офсайд. Надо было принимать. Да не, он нормально скинулся. В офсайд. Пяточка. Красиво. Выиграешь? Подбор есть? А. Окей. Фол. Надо верхом чуть больше поиграть, потому что они борьбу нам всасывают знатно. Да. Так же, сразу вот с этой стороны. Дело не в этом вообще. Он догонит. Еще поле останется. Но дыра по центру огромная. Еще фан идет вперед. Лучший. Встречаешь камбэк в истории футбола. Да, давай еще. Давай не пустим. Что, присанем? Было бы неплохо тоже. Да, конечно, присанем. Чем, блядь, тебе? Только защита аккуратнее. Че, они ждут, пока время закончится? Я разыгрываю там суперсвязки. Блядь. Отбор не сработал. Он забрасывать будет. Скорее всего. Туда бы, вперед сейчас его. Вперед, Вань. Можно. Играй. Скинь. Бей. Лучший нахуй! Хорошо, блядь. Такие ебучие, блядь. Идите нахуй, блядь. Жеребьевку, блядь, Волынину посмотрите, долбоёбки, блядь. Долбоёбка, хорош. Габанит и радуется, блядь. Просто мерзкие, блядь. Все, понял, все. Да мне насрать кто-кто, блядь. Меня только наша игра интересует. Кукуха поплыла у меня тоже, блядь. Пошли нахуй. Да, поплыла у тебя кукуха, блядь. Да ебал я рот, блядь, такие команды. Не, такую жижу пускать я ебал, нахуй. Это любой матч прощает в агонию, блядь. Да там еще я запорол два момента, блядь, хорош, пиздец. Не, ну типа, блин, не, все равно... Не, первый я забаранил. Не... Моя грибу не зачитала. У них, да, у них больше было в конце еще. Ненормально, 7 у них есть, да. Но там удары у них уже... То есть все атаки у них были уже после 2-0, по сути, когда мы раскрылись очень сильно. Ладно. Сосать обмутки выиграл Джогбанит 3-2. Я тебя понял, чпан. Хорошо, я запишу это в коллекцию, блядь. В одну коллекцию на полочке с... Сразу скажу, это цитата, я так не считаю, с вашей матери шлюхи. Осуждаю. Слушай, ты что на мать гонишь, пидорас? Вот у меня есть полочка там. Вашей матери шлюхи Джава Мейстера. Значит, сосать сука Волынина за русских туристов в европейском каком-то... Сосать сука! Учении. Вот, и вот. Как там Вичпон, еще раз повтори, пожалуйста. А я не помню. Пошли нахуй обмутки. Ну, что-то обмутки, ебаные, ебал вас рты, да, блядь. Да, неприятная команда, блядь. Дальше за это жеребьевку Вани пиздите, блядь. Смотрите, нет, смотрите жеребьевку, да. Волыны. Да, дальше смотрите жеребьевку Волыны, блядь. Угу. Потом посмотри еще повтор нашего третьего гола. Какая я красота. Посмотрел, я отобрал. Да, я мяч отобрал там что. А кто забил вообще, блядь, третий гол-то? Бутяж. Я даже не понял, блядь. Было похуй. Сейчас штанги, по-моему, да? Второй голеву не засчитала, пидорасы, блядь, ебаные, а не игра. Обмутки. Там у Бутяша после углового, нахуй. Да, блядь, мы играли всю игру, блядь, слева, нахуй. Справа вот. Последний. Вот второй мы забили справа. Ну, молодцы. А так? Что-то дрочите там своим лево, блядь. Хотя бы хоть раз не, направо не, дали адекватней. Я руками трогаю мяч чаще, чем ногами. Почти. Ну, примерно одинаково.
Значит, это во всем виноват Малах и Арзи. Будем с ними разбираться. Да нет, все правильно, в принципе, делаем. Просто, блядь, не забиваем, опускаем прям откровенный каул. Вот первый матч хорошо сыграли. Не, ну, в атаке не очень, в защите хорошо. Хотя у них-то первый матч с опыта, ну, не слабый, да, блин, состав. Но первый гол — это просто пизда. Чел взял, хуйнул. И гол. Ну, не зачитал. Да. Не зачитала, да, анимацию не при. У меня отбор сработал, да, потом Ваня не точно дал, ну и похуй. Ну, типа, блядь, ну как это. А второй там два раза.